Но я, конечно же, еще не все сказал. Второе отделение только началось. Это была шутка. А вот мне вспомнилась еще одна хорошая песня из репертуара «Веселых ребят». Входит осень, холодная осень, и ничто не может помочь. Гонит ветер листвяную. Yeah.
уже не светит. Скорость знаю, скорость знаю, если ты не знаешь, вот тогда и напишу я эти мемуары. Ну а пока рисую сказки, жизнь моя словно сказка. Голые и неправильные живут вечером. Я абсолютно согласен. Мы не будем старыми. Буду вечно молодым. И не расстанусь с комсомолом. А эта песня уже 25 лет. Эта песня была записана к телевизионному сериалу «Сказки о мультипликации», и называется она «Видишь себя». Видишь себя нарисованным в лодке на берегу тишины. Кажется, фея неслышной походкой возле луны.
свидания. Увидимся ровно через неделю. Заботки за я не предчувствуя беды, а к тебе не думая всерьез. Не считал за счастье, что со мною рядом ты, а тебя вдруг скорый поезд увез. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Дождь звенел, но твоей не видя красоты. Верю я, любовь живет за 3-9 земель, и не думал, что она это ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ты думай обо мне хоть иногда. И скорее, возвращайся скорее. Ни минуты покоя, ни минуты покоя, ни секунды покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни минуты покоя, ни секунды покоя, ни секунды покоя. Сошел с ума, все залил, как в жутком сне. И уже плывут дома по асфальтовой волне. Ах, этот сумасшедший дождь!
сойдешь. Ты не спрашивай меня, сам не знаю, что со мной. За дождем увидел я жизнь свою совсем иной. Дождь, дождь, дождь,
птицы, ни люди. И не понять им, что нас вдаль влечет. Только стервятник, старый гриб-стервятник, знает в мире, что почем. Видел стервятник много раз, как легко находит гибель нас. Находит каждого свой час, не зная, что нас ждет вдали. Мы зря сжигаем сердца свои, а грифу кажется, что это ползут по скалам муравьи. Вновь, вновь золото манит нас, вновь, вновь золото, как всегда, манит нас. Вновь обещает радостный праздник. Нам Бог или черт, только стервятник, старый гриб-стервятник, знает в мире, что почем. Видит стервятник день за днем, как людьми мы быть перестаем. Ближайших предаем. Прикажет желтый идол нам, и мчим навстречу безумным дням. А грифу кажется, что крысы бегут куда-то по камням. Вновь, вновь золото манит нас, вновь, вновь добычу здесь, и тот его добычей станет, в чем сердце пляшет желтый бес. Вновь, вновь золото манит нас, вновь, вновь золото, как всегда, манит нас. Вновь, вновь золото манит нас. Прочитать мог его, чтобы
Задней строчки заходя, я так прошу. Отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Ты придешь, когда темно, когда окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно. Отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Александр Монин. Да.
Так получилось, что незадолго до своей нелепой гибели Саша начал работу над новым альбомом, и он сделал демонстрационные записи. И эти записи, после того, как он ушел, достались совершенно неожиданным образом нам. И мы вот с Вадимом Юрьевичем решили все-таки трибют такой сделать. Может быть, если Господь сподобит, то через полгода диск выпустим, трибют Александра Монина с его песнями, да. А сейчас мы хотели бы исполнить одну из песен, которые достались нам на этой демонстрационной кассете. Песня шуточная, но тем не менее в ней заключен глубокий смысл. Песня называется «Что-то мне сегодня не летает». Без любви дошел до крайности.
Нет. Завтра полечу, ну чё мне маяться, если мне сегодня не летать. Летается. Саша, это для тебя. Лолита и Анатолий Алешин. А вот повезет. Ты меня на свете. Ты меня.
Стучит холодный ветер по белому свету. У него на свете счастья нету, счастья нету. Заметай поле, он белой вьюгой. Были мы с тобою друг у друга, друг у друга. С чего бы все это? Скажи мне, с чего бы вернуться в то лето? Стремимся мы оба вернуться в то лето. Нам каждому нужно, но только дороги, но только дороги. Дороги упрятаны стужей. Несется ветер далеко куда-то. Мы с тобой оба виноваты, виноваты. Щитом напрасно тепла и покоя отыскать их смогу. Скажи мне, с чего вернуться в то лето? Стремимся мы оба вернуться в то лето. Нам каждому нужно не только дороги, только дороги. Дороги упрятаны в стужи. Очень много общего. Однако некоторые из них не только профессионалы с большой буквы, а и довольно веселые ребята. Причем речь сейчас не только о чертах характера, а и о том, что идет особой строкой в их творческой биографии. Ставший притчей во языцах коллектив Павла Слободкина «Веселые ребята» объединил и познакомил следующего участника нашего концерта с Александром Барыкиным. Встречайте, Анатолий Алешин! Добрый вечер, дорогие друзья. По печальному поводу мы сегодня с вами здесь собрались, но я не могу, вспоминая Александра, быть печальным, потому что я не знал человека более заряженного на жизнь, более оптимистичного и энергичного, такого, как Саша, я такого, пожалуй, второго не помню из веселых ребят. И пусть повод, который сегодня нас собрал, печален, музыка Александра очень жизнеутверждающая, полная
жизненных сил. И сегодня мы празднуем его творчество, вспоминая его добрым словом. Yeah!
Анатолий Алешин. Буйнов, ты мне напомнил, ведь когда-то, Макс, ты еще маленький был, а вот эти ребята, Саша Барыкин, Чененков, Толик Алешин, Буйнов, они стояли на этой сцене, и я была девочкой на подпевках у них, изображала что-то такое. Подождите, а почему бы нам это не показать, в принципе? Давай какую-нибудь вот Алла. Тряхнем стариной, да и все. Предлагаю первый состав веселых ребят. Как я делал, вот так, по-моему. У той горы, где синяя прохлада, у той
теснением тылы. У той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море перезвон, у той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море перезвон, пришла ко мне по гулкому причалу, несла в ладонях запахи тепла. Солнце утренне сонным, и тени вниз летели со скалы. И было это море невесомым, и были эти сны не тяжелы. У той горы, где синяя прохлада, где море перезвон, у той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море перезвон. И было это солнце. Спасибо, ребята. Это было просто замечательно. Я сейчас вспомнила все это. Боже мой.